поебал. Чувак, почему они говорят такие вещи про твою маму? Да откуда я знаю? Похоже, только один человек сможет ответить на этот вопрос. Твоя мама? Да. Стоп, что? Нет! Митяй со своим шоу Tell Me Why, в котором он поднимает животрепещущие вопросы. Знаешь, я стал спокойнее к этому относиться. Я понял, что дело не во мне, не в маме, а в этих глупых школьниках. Эй, ты, я опять твою мамку ебал. Нет, не ебал. Ебал. Митяй, ссылка в описании.